Если вы дошли до этого видео, поздравляю вас, это последний этап. На этом этапе нам нужно развернуть все уголки у нас стоят уже на своих местах, нам нужно только развернуть их правильно. И здесь мы кубик переворачиваем вверх ногами. Держим кубик так, чтобы справа впереди был какой-нибудь из неправильных уголков. В данном случае у нас тут все неправильные. Мы его держим здесь. Теперь мы делаем пиф-пафы до тех пор, пока этот уголок не встанет правильно. Здесь важно быть очень внимательными и не забывать доделать все движения пиф-пафов, не пропускать ни одного, всегда 4 движения. Делаем до тех пор, пока желтый не окажется внизу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Нет. Раз, два, три, четыре. Опять нет. Раз, два, три, четыре. Есть. Обратите внимание, что я доделала последнее движение, несмотря на то, что у меня уголок встал правильно. Это очень важно, иначе мы просто разберем весь кубик. Не пугайтесь, что кубик здесь разобрался. Важно держать его четко, вот левой рукой держать его очень четко на одном и том же месте. Теперь мы поворачиваем нижнюю грань, чтобы здесь опять оказался неправильный уголок. Ни в коем случае не вертите весь кубик, только поверните нижнюю грань. И продолжайте делать пиф-пафы, пока желтый цвет не окажется внизу. Вот он. Последний пиф-паф обязательно доделывайте. Поворачиваем снова нижнюю грань. И опять делаем пиф-пафы. Вот он, уже встал. Поворачиваем еще раз. И опять делаем пиф-пафы. Раз, два, три, четыре. Поздравляю вас, вы собрали кубик.